смотрите новости на телеканале 24KZ. С вами я, Жанна Хусаинова. Здравствуйте. В Астане впервые обеспечили профицит тепла. Об этом на встрече с президентом рассказал аким столицы Жинес Касымбек. Он отчитался о подготовке к отопительному сезону и уточнил, что сделать это удалось за счет запуска газовой тепловой станции «Юго-Восток», «Туран» и первого этапа ТЭЦ-3. Эти объекты жизнеобеспечения дали Астане более 1100 гигакалорий в час. До конца года планируется ввести новые мощности. Также аким доложился о строительстве школ, льготного жилья и медцентров. На особом контроле долгострой и снос аварийного жилья. В этом году в столицу вложили на 16% больше инвестиций. По всем основным показателям есть положительная динамика и рост. В частности, инвестиции в основной капитал в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 16-20% выше и превышает сумму более 1 триллиона 100 миллиардов тенге. Такие же положительные показатели по всем другим направлениям. Кроме того, доложился в начале отопительного сезона. Все основные объекты жизнедеятельности города работают в штатном режиме и подготовлены к зимнему периоду. Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил концерт «Костерле Отан Казахстан», посвященный празднованию Дня Республики. На сцене театра «Астана-Опера» выступили известные казахстанские артисты и творческие коллективы. Напомню, главный праздник казахстанцы отметят 25 октября. По поручению главы государства правительство приняло решение реализовать за счет возвращенных незаконных активов в первые два социальных проекта. Это строительство спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области стоимостью больше 2 миллиардов тенге. Его площадь составит более 6 тысяч квадратных метров. Объект обеспечит досугом больше 14,5 тысяч человек. Согласно проекту, центр оборудуют для занятий борьбой, боксом, лыжными дисциплинами, оснастят необходимым оборудованием 2 тренажерных зала. Второй проект – музыкальная школа в селе Тимирлан Туркестанской области на 890 миллионов тенге. Она рассчитана на 300 мест. Новый проект позволит создать условия на селе для качественного дополнительного образования в сфере искусств. Дети получат возможность заниматься музыкой и хореографией в комфортных условиях. Добавлю, на сегодняшний день в специальном государственном фонде саккумулировано 177 миллиардов тенге. Все эти средства будут направлены на строительство социальных и инфраструктурных объектов. В селе Зеренда, Зерендинского района Акмолинской области, планируется строительство нового здания спортивной школы. Спортивная школа необходима для детско-юношеского спорта, спорта молодежи, а также спорта для старшего поколения. Спортивная школа даст большой импульс в развитии охвата детей и выявлении наиболее подготовленных спортсменов для состава сборных команд в области и республики. Очень было приятно услышать, что у нас будет начинаться строительство детской юношеской спортивной школы. Сам я лично проработал более 15 лет руководителем отдела физкультуры и спорта Зеренского района. Это известие, конечно, очень обрадовало, потому что у нас это здание не то что позапрошлого века. Вот, и, естественно, нашим детям это будет большой-большой подарок и стимул для занятия спортом. 62 новых промышленных предприятия построят Казахстан и Узбекистан. Сумма инвестиций превышает 2 миллиарда долларов. Большинство заводов возведут в нашей стране. Об этом на межрегиональном форуме в Самарканде говорили премьер-министры двух государств. Ранее страны уже реализовали 12 проектов. На форум съехались представители акиматов приграничных регионов и 200 бизнесменов. В городе Самарканде состоялся 4-й межрегиональный форум сотрудничества Узбекистана и Казахстана. В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы развития транспортно-логистического потенциала двух стран. На встрече было подписано 76 документов на общую сумму более 352 миллионов долларов. Среди них план практических действий по ускорению реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Документ предусматривает осуществление совместных проектов в энергетике, горнодобывающей промышленности, геологии. Форум межрегионального сотрудничества является ключевым инструментом повышения и углубления торгово-экономических отношений двух стран. Как известно, президентами двух стран
поставлена масштабная задача по доведению товарооборота в среднесрочной перспективе до 10 миллиардов долларов США. И под председательством премьер-министров проведенный форум является практической реализацией поставленной задачи. Узбекистан является основным торговым партнером Казахстана в Центральноазиатском регионе, а через территорию Казахстана транзитом проходит более 50% товарооборота соседнего государства. Объем взаимной торговли по итогам 8 месяцев текущего года составил 2,5 миллиарда долларов. Отмечу, что за последние 7 лет этот показатель увеличился почти в 2,5 раза и в прошлом году составил почти 4,5 миллиарда долларов. Между Узбекистаном и Туркестанской областью хорошо развиты торговые отношения. В прошлом году товарооборот составил 422 миллиона долларов. Из них объем экспорта 253 миллиона долларов, импорта 169 миллионов. В основном это мясо, пшеница, мука, масличные культуры. По итогам сегодняшнего форума мы подпишем 14 документов. Будет создано 500 новых рабочих мест. Участники встречи отметили, что форум стал платформой для активного обсуждения текущих вызовов и перспектив сотрудничества. На его полях руководители министерств, акиматов, приграничных регионов и около 200 представителей бизнес-кругов двух стран обсудили вопросы межрегионального сотрудничества. На сегодняшний день в Узбекистане действует более 1000 предприятий с участием казахстанского капитала, а в Казахстане свыше 3500 компаний с участием узбекского капитала. Асель Абдыкылыкова, Рауан Мынбаев, 24. Киезет, Узбекистан. В Алматы завершился третий казахстанско-афганский бизнес-форум. Итогом стало заключение двустороннего меморандума. Он предусматривает увеличение товарооборота между странами до 3 миллиардов долларов. Напомню, сейчас он чуть более 316 миллионов. Подписи под документом поставили заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин и министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Предполагается, что казахстанские компании будут разрабатывать месторождения полезных ископаемых в Афганистане и перерабатывать афганское сырье. Еще одной важной договоренностью станет использование транзитного потенциала Казахстана для поставок китайских товаров в Афганистан. Как сообщил руководитель афганской делегации Нуриддин Азизи, в ближайшее время в нашей стране не откроют торговый дом Афганистана. Мы открываем торговый дом афганских товаров в Астане. Соответственно, там будут демонстрироваться товары из Афганистана. Затем мы создадим постоянную выставку. Мы хотим, чтобы казахстанский рынок был доступен всем афганским бизнесменам. Будем способствовать расширению торговли и увеличению товарооборота между нашими странами. Афганистан, к сожалению, еще недостаточно изученный рынок для наших стран. В целом, это большой платежеспособный рынок, но, к сожалению, есть определенные сложности в форме банковских взаимоотношений. Сейчас мы как раз эти вопросы урегулируем, и после этого платежи будут поступать бесперебойно и без проблем. В столице подвели итоги студенческого конкурса судебных процессов в суде МФЦА. Участники – будущие адвокаты и юристы казахстанских и зарубежных вузов. Для победы студенты должны убедительно представить свои аргументы за или против по делу перед старшими судьями МФЦА из Великобритании. Так, например, в этот раз студенты выступили в качестве представителей сторон в вымышленном споре на миллион долларов между компанией-подрядчиком и организаторами всемирных игр кочевников в Астане. Организаторы отмечают, что конкурс позволяет студентам повысить навыки устной адвокатуры, выносливости и профессионализм, необходимые для успешной работы в юридической сфере. Мне кажется, что очень хорошо, что суд МФЦА организовывает данные турниры. Для чего? В первую очередь, для подготовки тех будущих юристов, которые будут представлять компании, участники или не участники МФЦА, а в дальнейшем перед судом МФЦА арбитражным центром. Поэтому это очень хорошая практика, я это лично поддерживаю. И мне кажется, это нужно в первую очередь для развития критического мышления, второе, для развития способности выступать в роли стороны, то есть адвоката. Да? Третье, в том числе для того, чтобы погружаться в реальные кейсы. Различие от казахстанских судов в том плане, что МФЦА-суд, он регламентируется своими собственными правилами, руководствуется своим законодательством, в то время, ну как раз таки он не должен противоречить законодательству Казахстана, а казахстанские суды руководствуются лишь процессуальным законодательством самой Республики Казахстан. Это такое главное отличие, и в МФЦА всегда идет руководствование принципами английского права, то есть прецеденты. В казахстанском праве у нас нет такого понятия, как прецедентное право, в то время как в английских принципах оно как раз-таки увековечено уже давними кейсами.
Не во все дома жителей города Сарани Карагандинской области пришло тепло. В десятках жилых комплексов батареи по-прежнему остаются холодными. Горожане считают, что проблема не во внутридомовых сетях, а в самих котельных. К примеру, котельная, которая отапливает 23 дома по улицам Ленина, Джамбула, Победы, Чкалова и Кужанова, дает совсем мало тепла. Не больше 41 градуса, уверяют местные жители. Они выяснили это, когда лично пришли в котельную. Представляете, наша котельная находится за городом, немножко от наших домов. Пока до нас дойдет эта температура, 41, как на утро сегодня было, район очень большой. Пока поднимется на 4-5 этажи, которые угловые, первые этажи, с такой температурой невозможно прогреть наши квартиры. И мы на данный с плюсовой погодой, плюс 10, у нас дома холодно. Напомню, на прошлой неделе в Саране из-за сбоя в работе центрального теплоисточника дома экстренно подключали к старым котельным. К сегодняшнему дню, по заверениям местных властей, все локальные теплоисточники запустили. В котельных есть необходимый запас топлива. Рабочих хватает. За октябрь жителям Сарани сделают перерасчет за теплоснабжение, пообещал аким Карагандинской области Ермаганбет Буликпаев. Сейчас главная цель – обеспечить качественное отопление жилых домов. Я понимаю недовольство горожан. Как только ситуация стабилизируется, мы обязательно проведем анализ и оценим действия каждого, кто несет ответственность. Более 12 тысяч различных дорожных дефектов выявили полицейские на трассах Жамбылской области. Речь идет о ямах в асфальте, трещинах, а также устаревших и испорченных дорожных знаках. Всего они обследовали около 16,5 тысяч километров автомобильных дорог. За их неудовлетворительное содержание в Жамбылской области оштрафовали 330 чиновников на 7 миллионов тенге. Ответственным специалистам выдали предписание, чтобы устранить выявленные недостатки, пояснил заместитель начальника управления административной полиции Николай Сон. 236 должностных лиц было привлечено за необеспечение безопасности дорожного движения. 24 по статье 631 части 2 повлекшие дорожно-транспортное происшествие. 69 должностных лиц было привлечено за повреждение дорог. Кроме того, за неисполнение выданных предписаний также привлечено 3 должностных лица. Это руководители ЖКХ города Тарас, Турарыскулского и Меркенского района. В детских садах Хромтауского и Мугалжарского районов Актюбинской области присвоили 240 миллионов тенге. Это бюджетные средства. Факты выявили прокуроры. По их данным, бухгалтеры дошкольных учреждений завышали зарплаты и премии, а также оформляли фиктивные командировочные. Так, один из бухгалтеров незаконно начислил зарплаты сверх установленной нормы, двойные отпускные и командировочные. Таким образом, на свои личные счета и карточку заведующей она перевела более 24 миллионов тенге. Сообщил прокурор Мугалжарского района Ерназар Алдияров. В отношении экс-руководителя районного отдела образования, трех заведующих и четырех бухгалтеров детсадов начаты досудебные расследования по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Присвоение или растрата веренного чужого имущества в особо крупном размере». По всем указанным фактам антикоррупционной службой проводятся досудебные расследования. Гражданин Китая приобрел 4,5 тысячи сайгачьих рогов. Полицейские Алматы изъяли у 58-летнего иностранца 50 коробок в одном из частных домов города. Мужчина хотел отправить весь товар на родину, но теперь проходит фигурантом в уголовном деле, сообщили в департаменте полиции. Армия Израиля сообщила о запуске 15 ракет со стороны Ливана. Некоторые из снарядов удалось перехватить, остальные упали в открытой местности в северной и центральной частях страны. О жертвах и пострадавших не сообщается. В Тель-Авиве и его окрестностях прозвучали сирены воздушной тревоги. Атака произошла всего за несколько часов до официального визита госсекретаря США Энтони Блинкина. В страну глава американской дипломатии прибыл для возобновления переговоров о прекращении войны и освобождении заложников, а также урегулировании конфликта в Ливане. Позже члены движения «Хизбулла» взяли на себя ответственность за атаку, а также заявили, что выпустили ракеты по двум базам вблизи Тель-Авива и военно-морской базе к западу от Хайфы.
Число погибших в результате удара израильских военных по зданию рядом с центральной городской больницей имени Рафика Харири увеличилось до 13. Еще по меньшей мере 57 человек получили ранения. Об этом передает Ливанское национальное информационное агентство со ссылкой на Минздрав страны. Ранее сообщалось о 4 погибших. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в ходе начавшейся эскалации вооруженного конфликта между Израилем и Хизбулла совершено 23 нападения на объекты здравоохранения в Ливане. Их жертвами стали 72 человека, 43 пострадали. Армия обороны Израиля призвала эвакуироваться жителей северных регионов в секторе Газа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных жителей. По данным источников, военные раскидали листовки с требованием покинуть территорию в городе Бейт-Лахия. На кадрах, распространенных агентством Рейтер, видно, как толпы людей уезжают, а военные через громкоговорители призывают население уходить. Отмечу, с прошлой недели армия Израиля возобновила военные операции на севере сектора. Израильские войска фактически изолировали город Бейт-Ханун, Джабалию и Бейт-Лахию на крайнем севере анклава от города Газа, перекрыв сообщение между двумя территориями. 4 новых дома культуры открыли в Шымкенте ко Дню Республики. В них современные залы, студии для занятий творчеством, библиотеки и выставочные площадки. И это лишь часть комплексной программы по развитию социальной инфраструктуры. Подробнее в материале Катерины Попковой. Строить дом культуры в жилом массиве Кайнар-Булак начали 10 месяцев назад. А сегодня здесь встречают первых посетителей под звуки оркестра в атмосфере праздника. Аким мегаполиса Габит Сыздыкбеков подчеркнул важность подобных проектов. Сейчас время не силы, а знаний. Нужно прививать любовь к чтению. Следует освоить такие современные направления, как робототехника. Применяйте свои знания и используйте дом культуры на благо. Долгожданный подарок получили жители еще 3 микрорайонов – Кокбулак, Базар-Какпа и Утимис. Здесь тоже построили 2-этажные дома культуры с уютными залами на 100 мест, библиотеками и кабинетами для кружков. Житель Ермек Сандыбаев не скрывал радости, приводя детей на первые занятия. Здесь много талантливых людей, ребят. Недавно вот Туркестанская область съездили, первое место заняли. Помимо культурных объектов, ко Дню Республики начали строить еще один важный проект – экопарк на месте бывшего мусорного полигона в микрорайоне Достык. Инвестор Ринат Сисимбаев сообщил, что в проект планируется вложить 5 миллиардов тенге. Мы стартовали работу по строительству парка, вот уникального парка в Казахстане. Современный экопарк с современными материалами, все будут экологичные материалы в основном. Праздничные мероприятия завершились торжественным награждением слесаря-газовика Ермахана Манкараева. Он спас от угарного газа семью с 2 детьми. История, которая началась как обычная проверка газового оборудования, обернулась настоящим подвигом. Катерина Попкова, Шымкент, 24 КЗ. Портреты тех, кто посвятил библиотечному делу свыше 30 лет, представили в Павлодаре на фотовыставке «Я библиотекарь». Накануне профессионального праздника там прошел форум библиотекарей, где многих заслуженных работников поощрили наградами. Отмечу, в Павлодарской области сегодня одна из самых широких библиотечных сетей в стране. Несколько лет назад в регионе провели кардинальную модернизацию. Помимо привычных читальных залов, в местных библиотеках, в том числе сельских, открыли коворкинг-центры, а при них различные кружки по интересам. На сегодняшний день в павлодарских библиотеках трудится почти 500 сотрудников, отмечает директор областной библиотеки имени Турайгырова Шолпан Ахметова. Патриотическая акция «Менің елім, менің туым» проходит и в Алматинской области. Накануне празднования Дня Республики жители области вывесили на своих балконах флаги Казахстана. По словам организаторов, так граждане страны выражают свои патриотические чувства. Вывесить казахстанский флаг накануне Дня Республики стало доброй традицией в Алматинской области. Количество участников патриотической акции растет с каждым годом. По мнению молодежного активиста Мирата Ашымбаева, таким образом казахстанцы выражают свои патриотические чувства. Мы вывесили более 500 флагов. Таким образом, хотим отметить подписание самого важного документа в истории страны – Декларацию о независимости. Призываю всех присоединиться к этой акции. Известный ученый, автор новой методики изучения казахского языка Нурша Оразахынова считает, что такие начинания молодежи надо всячески поддерживать.
Родина начинается с семьи. Семья – это маленькое государство. Поэтому родители должны уделять большое внимание воспитанию детей, формированию их в качестве цельных личностей. Этот праздник должен играть большую роль в воспитании патриотизма. В ближайшие 2 года в области построят 53 комфортные школы. 21 из них сдадут до конца года. Это позволит решить проблему трехсменных школ в 39 образовательных учреждениях. Перенос областного центра в Конаев и создание свободной экономической зоны в городе Алатау придал новый импульс развитию региона. В ближайшие 3 года в экономику области планируют привлечь более 4 триллионов тенге инвестиций. Генеральный директор специальной экономической зоны Алатау Жанибек Саурбек уверен, что алматинская агломерация станет драйвером развития всей страны. Создание данного города было сопряжено и с созданием специальной экономической зоны, которая повторяет контуры и границы этого города. Территория специальной экономической зоны Алатау составляет порядка 96 500 гектар, что сравнимо с территорией Гонконга или там Сингапура. Это огромная территория, которая... застройка которой, инвестиции в которую, они еще ждут своего часа. До 2030 года в регионе реализуют 127 крупных проектов на 1 700 000 000 000 тенге. В основном они связаны с агропромышленной сферой, перерабатывающей промышленностью, логистикой, туризмом и торговлей. В этом году запустят 55 проектов на сумму 473 миллиарда тенге. Планируется открытие 5000 рабочих мест. К концу 30-х годов население города может достигнуть 2 миллионов жителей. Всего должны открыть 100 тысяч рабочих мест. Санияков Жасарова, Аят Дюсембаев, Алматинская область, 24KZ. Классику мировой литературы Абдижамилу Нурпиисову исполнилось бы сегодня 100 лет. Благодаря ему рассказы Чехова и Горького, пьесы испанского драматурга Алехандро Касоны и турецкого прозаика Назыма Хикмета впервые зазвучали на государственном языке, а его собственные произведения стали шедеврами отечественной литературы. Этот письменный стол, светильник, кресло, лупа, авторучка и даже карта Аральского моря – личные вещи писателя. В Национальной академической библиотеке этот зал открыли еще 3 года назад. Здесь также хранятся около 3000 экземпляров книг из коллекции Абдижамила Нурпиисова. Большой интерес среди читателей вызывают первые крупные произведения автора. Наши читатели как бы делают нам запрос по произведению Абдижамила Каримовича «Сонга Парас». Тема экология, тема Арала до сих по сей день актуальна. Также по запросу по трилогии «Кан Ментер». И что интересно, на следующий год, к юбилею победы Великой Отечественной войны, у нас уже старшее поколение интересуется литературой Курляндия. Даже был такой эпизод, один дед приходил и спрашивал, еще раз он хотел бы перечитать произведение Курляндии, потому что в честь героя Курляндии он назвал своего сына Есеем. Роман «Курляндия» Нурпиисов начал писать еще на войне. Первую главу на суд он отдал тогда уже авторитетному казахскому писателю Габидену Мустафину. Последний посоветовал молодому офицеру рискнуть и продолжить писать. Так все и началось. Спустя много лет после войны Нурпиисов выпустил революционную трилогию «Кровь и пот». На ее создание ушло около 15 лет. После миллиона тиражей, переводы на 30 иностранных языков, признание литературных критиков. Есть писатель Мухтар Эвезов, который написал 50 томов. Есть писатель Сабит Муканов, который написал 30 томов. Есть другие писатели, которые пришли в 60-е годы после, у которых 20 томов, 25 томов. Абдижамиль Нурпиисов не написал очень много. У него всего 2 главных произведения. Это «Кровь и поть» и второе произведение «Последний долг». Но цена художественного творчества, она не измеряется количеством написанных книг. Вот эти 2 книги, они являются шедевром казахской литературы. Позже Нурпиисов признается, что его тяга к литературе началась с прочтения «Войны и мира» Толстого. Она попалась ему в руки, когда его отправили на Южный фронт. Он ждал назначения, и в доме, где снимал комнату, была единственная книга – роман-эпопея Льва Николаевича. Почему, вот, например, Нурпиисов сильно сократил вот этот роман «Кровь и поть» до минимума? Он тогда мне сказал, что
Когда я работал, первый раз писал «Кровь и поть», я вдохновился талантами Льва Толстого. Я был без ума без этого писателя. Этот писатель оказал мне огромное влияние. Толстой никогда не писал такие мобильные вещи. У него размах был широкий. А потом, когда вот написал последнюю версию, он тогда мне сказал, что он начал читать Хемингуэя. Особенно его последнее произведение «Старик и море». И вот тогда он понял, что то, что написано у него, много лишнего есть. Произведения Нурпеисова, по мнению литературного критика, бессмертны. Они заставляют размышлять о вечном. Счастье, чести, долге, признании человека и его жизни. И главное, учатся страданию. Саня Купжасарова, Арман Ахшабаев, 24KZ. В Талдыкургане прошел областной турнир по асык-ату. В состязаниях по национальному виду спорта приняли участие 25 спортсменов. Кто стал лучшим, расскажет наш корреспондент. Чемпионат длился целый день. По правилам, каждая пара спортсменов играла по 3 тура длительностью по 7 минут. Самым взрослым из спортсменов оказался Адильбек Раздаулетов из Аксусского района. 48-летний ветеринар увлекается игрой в асыке с детства. В прошлом году он был в числе победителей. Это самая уникальная игра среди национальных видов спорта. Один раз увлечешься и на всю жизнь. А еще она заставляет человека быть всегда в спортивной форме. Ведь чтобы метко метнуть кость, нужна сноровка, четко выверенные движения и зоркий глаз. С каждым годом число участников турнира растет. Игра становится все популярнее, как среди подростков, так и среди взрослых. А главное, они проходят на высоком уровне. В итоге среди 25 участников лучшим признан житель села Шокан Кербулакского района Жасулан Абдрахманов. Я каждый день тренируюсь по 3 раза. У меня 3 возрастных группы по асык-ату. На каждую из них уходит по 1,5 часа. Таким образом получается, что у меня практически каждый день мини-турнир по асык-ату. Благодаря этому я и стал победителем. Ну а честь региона уже на республиканском турнире будут защищать 2 лучших спортсмена. Соревнования пройдут в Астане в канун празднования Дня Республики. Гульнар Жантасова, Хуаныш Тургенбаев, 24KZ, область Джицу. Победитель республиканского музыкального конкурса имени Куляш Байситовой Олег Ярмолович выступит 18 ноября на международном конкурсе камерной музыки имени Вячеслава Узбекова в Астане. 17-летний скрипач сыграет в камерном трио и представит Алматы. Как поделился юный музыкант, любовь к скрипке ему привила мама. Будучи ребенком, он строил похожие на музыкальный инструмент конструкции, представляя игру на скрипке. После чего родители отвели его в музыкальную школу. До сегодняшнего дня профессиональный скрипач неоднократно участвовал в различных конкурсах и мастер-классах. В будущем хотел бы стать знаменитым музыкантом. Это были все новости к данному часу. Всего доброго и до свидания.